Ребят, всем привет. Вот у меня такой простой, да, достаточно вопрос. Чем вообще вы занимаетесь в Oriflame? Там продаете, с сумками ходите? Или чем-то еще? Вот никак не пойму. Продаем еще. Тонны только, помады, тональники. Ходим вот с такой вот сумкой, как раз пришла сумка огромная, через плечо и по квартирам. Ну, нет, я понял, что вы иронизируете, да, а на самом деле это что, предпринимательство, что ли, такое? Да, это бизнес. Семейный бизнес. Очень серьезный. И серьезный, да. Я понял. Главное, что не надо там вставать на работу, родить. Ну, то есть любой человек может, в принципе, им заняться, да? Да, я мама в декрете. Привет. Ага. Так, а вы? Предприниматели. Только такие предприниматели, которые белую рубашку как раз в жизни одевали на свою работу. А здесь? Да, ребят, на самом деле, знаете, я тоже, когда пришел в Oriflame, тоже думал, что это каталоги, продажи. А сегодня мы сидим вот в таком месте, сейчас сниму. Да? Что понятно, что здесь большое количество людей, они продажи не занимаются, да? Они создают большие товарообороты для компании, да, по определенным условиям. Компания очень высоко оценивает, так скажем, своих партнеров, да? Вот. Светлана, вот тоже вам такой простой вопрос, который всем задал. А чем вообще можно заниматься в компании Oriflame? Чем вы занимаетесь здесь? Рекрутирую. Знакомлюсь с новыми партнерами. Угу. Хожу на мероприятия. Угу. Мне все очень нравится. Классно.